И я говорю по-русски, это просто так. Окей, нам нужна минута, чтобы подготовить, вынести сюда наши снаряжения и подготовить антураж и снаряды для нашего мега-конкурса. В общем, приглашаю вас перейти к нам на темную сторону. Кто знает, какое отношение все эти вкусности имеют к углу? Thank you.
посмотрим на результаты. Виталик. Виталик. Давайте не будем. С нами за. Окей. Озвучиваем по порядку. Оставим в порядке, который будет все съесть. Начнем с первого стола, собственно говоря. Итак, озвучка. Номер один. Хирург. Какой? Yes. Какой? Так, это на букву B. B уже проехала давным-давно. Ошибка. Три ошибки. Не принимается. Так, это мы не миксуем. Next. Это? Это заварное пирожное. Итак, выбираем букву Z, V или K. Заварной вкусный крем. Тоже пусть будет K. Нет, это буква I. И получается эклер, E, B, C, D, I. О, мы готовы! Три ошибки пока, это все правильно. Едем дальше. Три ошибки подряд, это бонус. Это... Чем пахнет? Ну, конечно, тут же все придумано. Ну, это вот Ginger Bread. Ginger Bread! И... Но подожди, после И у нас должно идти L. А здесь G. Четвертая ошибка. У вас латинский алфавит? У нас латинский. Давай перейти к следующему части. Слишком много ошибок, уже 4 буквы. Учим английский алфавит заново. Итак, следующий слог. С чего начнем? Где начало? Начало здесь. Здесь. И начинаем с буквы. Печенюшки, вкусные пальмы. Печенюшки, вкусные печенюшки. Ну, как выяснилось на том столе, это джинджер, то есть имбирь, и это должна быть буква G. А у вас на столе третий. У них английский алфавит. Да, дальше у нас... Первый ошибок. Вкусные кексы, спагетти. То есть капкейк на букву C. Да, ну почти, это ближе к A. Ну, не настолько, вторая ошибка. Это у нас яблоки. Это должно быть apple, это должно быть первое место. А оно на третьем, третья ошибка. И следующий. Жирландик, очень вкусный, отвальный сорт. Буква Ж у нас как-то слишком рано стоит, поймите, поэтому четвертая ошибка. Слишком много ошибок. Увы, sorry. И последний. А можно я сделаю под конем? На самом деле я из... Вот в конце вот это оставил просто потому что было. Я знаю с конца. Значит, ice cream sandwich, honeycomb, Juryland, как это называется? Это эти, ginger bird, эклер, донат, ну, apple pie, а вот, короче, там времени не было, я просто... Так, а с самого начала идет у нас Apple Pie, а это что? А я без понятия, потому что просто вот в то время у меня андроидов не было, и появилось уже вот начало с дома. Поэтому эти я не знал. Такой оригинальный ответ, мне кажется, это нужно поощрить. Хорошо, так. Значит, мы появились отсюда, и это у нас буква... Донат, эклер... Ди, и... Джинджер Бёрд. Бред. Джинджер Бред. Джинджер Бред, это... Джелли Бин. G-H-I, oh my god. Вот, honeycomb и ice cream sandwich. Ну, по крайней мере, от этого стола я слышала больше всего английских слов. И победителем является стол. Ты. Congratulations! Yeah.
И давайте все-таки озвучим все 11 версий для людей, которые здесь присутствуют, и вспомним английский язык. Yes. So, first version, apple pie. Яблочный пирог. Second version, banana bread. Банановый хлеб. Third version, cupcake. Кексик с изюмом. Fourth version, donut. Пончик. Дальше, эклер. Заварная пироженка. Frozen yogurt. Замороженный йогурт. Gingerbread. Кубирный пряник. Yeah, honeycomb, медовые соды. Then ice cream sandwich. Ice cream sandwich. Yeah. Мороженый брикет. Jelly bean. Jelly bean. Это желейное даже. Нет. Самый последний у нас key lime pie. Его анонсировали буквально. Key lime pie. Похож на apple pie. Но на чипе pie. Yeah. Вот все эти. Ура! У нас есть четкий лидер, да, и что он ли, уже на таком экране могу назвать его настоящим Антоном Джинаем. Поздравляем всех участников. Главным призом этого конкурса является то, что даже те, кто не абсолютно справились с этим, могут забрать все, что они видят на столе. Для выполнения домашнего задания, да, что съев все эти слабости, я думаю, что они окончательно выучат все версии Android. Кроме того, от нас они получат еще вот такие прекрасные черные футболки, которые вы видите нас, организаторов GGG.org.ua. Вы будете выгодно и заметно отличаться от остальных. И отдельный приз от компании Google, который подарок Святослав, маленького настоящего андроида. Спасибо за участие, вы можете собрать ваши сладкие призы. Да, можете собрать и поделиться. Подходи, залетай! Айскрим сэндвич забирай. И дай, не надо! Давай мы просто перенесем туда, вот там вот часть осталась.